Самара готова к отопительному сезону на 97%. Коммунальщики отчитываются о проделанной работе каждую неделю, проводят выездные проверки. На заседании комитета ЖКХ в городской думе представители администрации Самары подводят предварительные итоги. К середине сентября в городе переложили больше 15 тысяч метров теплотрасс, провели профилактику и ремонт оборудования на всех объектах по тепло- и энергоснабжению, а также водопроводных системах. Также в рамках мероприятий к отопительному периоду проводится подготовка объектов жилищного фонда городского округа Самара и объектов соцсферы. На сегодняшний день подготовлено к эксплуатации в зимний период 10 109 домов из 10 212. Почти на 100% готовы к зиме социальные объекты, образовательные, медицинские и культурные учреждения. Уже выдано больше 7 тысяч паспортов готовности. Продолжается подготовка к футбольному чемпионату. В этом году в Самаре приводят в порядок фасады почти 300 домов. Работы проводятся в том числе на средства фонда капитального ремонта. Данные мероприятия выполняются, значит, за счет привлеченных средств. Мы должны были на уровне города принять решение о необходимости выполнения данных работ. Соответственно, мы эти решения принимали, мы их могли принять только лишь при согласии собственников, на что, соответственно, была организована работа администрации и районов. Решение о переносе ремонта фасада на более ранние сроки принимали на собраниях совета каждого дома. Другие виды работ, например, замена коммуникаций или ремонт внутренних помещений, проведут по прежнему плану. Еще одна тема для промежуточных итогов года – ремонт дорог. В Самаре приводят в порядок больше 40 участков улиц, тротуары, газоны, а также крупные объекты – Южный мост, путепровод «Аврора». Темпы благоустройства города необходимо сохранить высокими, отметили депутаты городской думы, и продолжать приводить Самару в порядок и после чемпионата. Дороги, как показывает статистика, постепенно перестают быть злободневной темой. Сегодня уже жители думают совершенно о другом. Дороги ушли. Рано или поздно мы с вами будем думать о наших легких, о зеленых зонах. И зеленые зоны нам с вами нужны, да, и необходимо их создавать. Сейчас для этого самое время. Самара присоединилась к всероссийской акции «Дерево Победы». В каждом районе города общественники высадят сотни деревьев. Жителям в озеленении улиц помогут и депутаты городской думы. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов. События.